Ви знаєте, поки ми дивилися так само, як і ви новини, я зрозуміла, що як круто, коли родина робить щось разом. І ось ми з Максимом були на невеличких таких канікулах вихідних, і за той час я трішечки встигла позайматися спортом і відпочити, побачитися з родиною. Максим, а ти там чим займався? Максим займався дуже важливою справою. За увесь цей період Максим нарешті виспався. Ай, моя ти насолодився і виспався. Ну, знаєш, сьогоднішній день ми з тобою взагалі розпочали з того, що квітку принесли на роботу, потім штани принесли на роботу, а ще сьогодні відзначають День Соні. Тому я тебе вітаю з цим прекрасним днем. Якби в мене була грамота, я б її тобі передала. Я б зараз отак от взяв би і заслужений Соня телеканалу «Правда тут». Ну, я тобі хочу сказати, що до здорового сну, до сну, коли ти можеш відпочити, треба теж підготуватися. Це не просто. Так, і сьогодні, шановні глядачі, ви маєте унікальну можливість, так само, як і ми у нашій ранковій студії, у прямому ефірі, дізнатися про медитацію перед тим, як лягати спати, для того, щоб правильно прокинутися і, можливо, навіть трішечки відпочити від роботи. У нашій студії Тетяна Лаврухіна, майстер із сахаджа-йоги, і ми сьогодні по полицях розкладемо цю тему. Доброго ранку! Так, доброго ранку. Давайте почнемо. Сахаджа-йога. Що це йога? Я переведу этот термин, наверное, сразу, чтобы всем стало понятно. С санскрита сахаджа – это спонтанный с тобой рожденный. Ух ты. То есть, так, в принципе, сахаджа-йогом может быть любой человек на планете Земля, потому что у каждого человека есть внутри эта энергия кундалини, жизненная сила. И, в принципе, суть сахаджа-йоги в том, что вы можете познать себя, пробудив эту энергию кундалини, называемую в Индии жизненной силой. Да? Она может подниматься от чакры к чакре, ну, уже все знают, сейчас все опытные, никого этими терминами не удивишь. Пробуждаясь от чакры к чакре, снизу вверх до последней чакры, которая у нас над темечком, над головой, называется сахасрара, эта кундалини может вот, дать нам и расслабление, и умиротворение, и внутреннюю тишину, баланс. Ну, естественно, она приводит к познанию того, что мы не являемся только физическим телом, мы еще есть духовное существо, мы можем почувствовать наши чакры. То есть это целая система самопознания. Слухайте, як, знаєте, інтригуюче звучить. Але цікаво взагалі, коли відбувається цей процес пробудження, коли його краще робити, зранку чи ввечері? Ну, всі йоги, вони медитують з утра, в 5 утра, лучше. Тобто о 5 ранку? Да, Максим, ну, в принципі, ми з тобою пробігаємося. Так, у нас будильник о 5, тому все нормально. Можемо бути йогами. Ну, звісно. А скажіть, будь ласка, взагалі, як саме допомагає ця медитація? Тобто, вона одразу допоможе, чи потрібен певний час? Ну, конечно, нужен некоторое время, но эффект, вот в чем отличается сахаджа-йога от других каких-то практик, мы на наших занятиях предлагаем людям с первого занятия попытаться на практике почувствовать эту энергию кундалини. И в дальнейшем тогда уже человек, обладая собственной волей, потому что мы абсолютно свободные индивидуумы, да, никто нас не должен доминировать, мы именно в своей свободной воле, тогда мы решаем, хорошо, хотим мы медитировать или нет, хотим мы этим заниматься, очищать чакры, познавать, что, как это взаимосвязано, как связаны состояния нашего, ну, вот, сознания и физического тела, эмоционального. Точно так же вот вопрос. Все сейчас борются со стрессом или вот как лучше, ну, день сна, да, как так лучше расслабиться перед сном, да. А с чем это вызвано, какие проблемы мешают человеку расслабиться? Вот даже он пришел с работы и хочет спать, но не может. То есть так, это бессонница, да, это в сахаджа-йоге мы знаем о том, что у нас есть наш правый канал, канал действий. Так. Иногда мы, как говорится, переработались на работе, и мы просто себя сжали, очень сильно напрягли нашу нервную симпатическую систему. И для того, чтобы расслабиться, есть очень простой метод. Йоги все его вечером применяют. Ставят ноги в тазик с соленой водой. Ух ты! И при этом медитируют. То есть, потому что вот мы ездим на море, да, нам всем нравится. Мы чувствуем на море тоже соленая вода. Она как бы нас приводит в тонус и расслабляет. И мы на какое-то время чувствуем эффект от моря. Но потом он пропадает. Да? Почему? Потому что просто вода, земля, элементы, мы, человек, он не, как бы не включен в эту систему. А йога – это союз. Союз нашей индивидуальной души и всего космоса. Так вот, через кундалини мы можем достичь вот эту практику именно состояния союза. И именно, вот если говорить о тазике вечером перед сном с соленой водой, именно медитация помогает нам
сбросить в этот тазик негативную информацию. Так, и на следующий день... Секундочку, у мене тут одразу, я, напевно, ми з тобою зараз в одному напрямку і думаємо, так. Сіль повинна бути звичайна? Чи морська? Ні, звичайна. Звичайна, тут, харчова. В даному випадку, да. Угу. Ну, якщо ви хочете морську для якихось ефектів кожи, але тут елемент води, елемент солі, да, это так. Два элемента. И если так уже рассмотреть чисто с физической точки зрения, то кроме воды и соли еще есть разность потенциалов между нашим телом и тазиком с водой. Так. И кундалини, она как бы выталкивает напряжение, вот, которое присутствует в энергетику, в этот тазик. И потом уже этот тазик нельзя использовать. Его надо только вылить в тазик. Тазик взагалі вылить? Ну, воду. воду. И тазик выкинуть. Просто я не раз чула про те, що взагалі, ну, спокон віків у наших українців була така традиція, що сіль, вона вимиває всю погану енергетику. Да, да. А навіть деякі там казали речі перепирати з сіллю, бо вона знімає якусь напругу. Да, ну, знаєте, я так розумію, що, умовно кажучи, сьогодні ми з тобою приходимо ввечері з ефіру, набираємо тазик з сіллю, з водою, вмикаємо шум моря і уявляємо, що десь там, так, на Кіпрі. І медитуємо. У мене от єдине ще хотілося би уточнити. Якщо мені не подобається сидіти на місці, от ноги в тазик ставити, там, так? На 5 минут. Чи можу я душ прийняти з сіллю? Чи спрацює воно так от? Нет. То есть душ – это хорошо. Это вообще 100% безусловно очень хорошо. Но так как медитация с тазиком соли не получится. То есть это потому, что происходит во время медитации. Ну, в душ – это просто физически. Да? Вы чуть-чуть себя смыли. А когда вы медитируете, как говорил Маяковский, душа обязана трудиться. Это тоже как бы работа нашей души. Ух ты. Поэтому Чекаво. Это вместе. Физика, мы ж комплексное существо, мы не отдельно земля, а вода. Все наши чакры, они соответствуют элементам. Вот земля и вода, которая в тазике, это элемент первой чакры Муладхары, земля, элемент третьей чакры Наби, это вода. Вот тут как бы, и это, из этого, это механизм, это изучается хаджа-йоги, что как связано, что как работает, это все открытое. Так, пані Тетяно, тепер давайте ще одне питання. Є в Україні така традиція, от якщо ти відчуваєш, що в тебе якийсь подавлений такий емоційний стан, або енергетика в тебе важка, ти можеш помити руки сіллю, так, і трішки тобі стає легше. Це можна відносити до цієї медитації? Або, наприклад, вмиватися сіллю, щоб змивати себе? Вмиватися сіллю? Так. Ну, теж таке буває. Можна вмиватися, або навіть є такий традиційний український метод, це натереться солью. Так. Но оно как работает? Это, а потом смыть. Это просто открывает поры, и вместе с порами выходит, ну, как бы через кожу весь негатив. Ну, и, естественно, ну, понимаете, вот солью натереть руки, это все равно, что вы можете выйти, не знаю, есть у вас дача или нет, на лужок, просто посидеть на земле, положить руки к земле, потому что соль, собственно, элемент земли, да, и принцип работы один и тот же. Магнетизм земли. Так, а мені тепер цікаво все ж таки перейти до медитації. Давайте ми зараз спробуємо в нашому ефірі разом з глядачами ось таку зробити хвилинку медитації. Уявимо, що у нас ноги стоять в воді з сіллю. Це вечір, ми прийшли з роботи. І що ми далі робимо, як це взагалі відбувається? Тому що дійсно цікаво. Ну, давайте попробуем. Суть, вообще, дело все очень простое, но потребует выполнить два условия. Так. Первое, ну, конечно, чтобы не, если у зрителей там мобильный телефон не звонил. Мы есть то, что, где наше внимание. То есть мы должны сказать самому себе, направить внимание на себя. Наверное, это самое сложное. Так. Потому что наше внимание занято работой, эмоциями, мыслями. И, если честно, мы не знаем, где мы существуем. А именно медитация начинается тогда, когда мы пытаемся направить внимание внутрь на себя, на свой дух, на нашу кундалини. И для этого в сахаджа-йоге мы говорим «я здесь и сейчас». Вот просто, если вы готовы себе сказать сейчас, как подопытный. Так, я вот я здесь и сейчас, никуда не бежим. Там, мы спробуем. То есть, вот это первое. Второе, не перекрещивать каналы, вот ноги, руки, потому что левый и правый канал, канал действий, правый и левый канал желаний, если так, это, ну, как бы это защита и закрытость. То есть если человек, кстати, будете знать, что если человек с вами беседует, и он как-то закрылся, то он от вас пытается отстраниться. Ну, это такая мелочь. Но
ми можемо руки відкрити отак. Це наша відкритість, да? Тобто долонями догори. Да, да, да. А я говорила вам о кундаліні, і що внутрі нас, от ми говоримо, зачем ми говоримо «я здесь и сейчас»? Потому что мы сейчас попытаемся направить внимание на наше как бы вечное основание нашего существа, это наш дух. Он находится в сердце. И вот мы просто мы можем даже закрыть глаза, но при этом попробуйте вот внимание ваше поднять вот сюда, вот где я показывала, говорила о последней чакре сахасрара, да? Что мы сделаем? Мы просто сначала можем положить руку на сердце и сказать «я дух». Вот внутри себя, просто самому себе, обращаясь к нашему тонкому существу. Я дух. А можна мене одразу запитання? А можна розслаблятися? Да, да, да. Ви тобто можна займати сидіти абсолютно ту позу, яка тобі подобається. Да, да, ви сидите в комфортній позі, абсолютно розслабленій. Да, да, да. Ми ж говорили об этом, що це практика релаксації. Ви говорите, я дух, внутрі себя. І слухайте, обратите внимание, тишину. Вот ответ весь наш идет через тишину. Это первое. Второе, мы покладем руку на лоб и скажем, я прощаю все свои мысли. Это для того, чтобы вот наше, то, что беспокоит нас, руку на лоб. И мы скажем, я прощаю все свои мысли, эмоции. А также я прощаю всех. В данном случае мы сейчас обращаемся к нашей матери Кундалини. Я еще забыла сказать, что наша энергия кундалини не является сама по себе отдельной. Она является отражением всепроникающей энергии, которую в Индии называют парамчайтанья, и которая называется материнской энергией. Точно так же кундалини для нас материнская энергия. Почему сахаджа-йога такая простая? Потому что это как бы дар матери. По сути. Кстати, сахаджа-йогу привезла в Киев в 89-м году Шриматаджи Нирмала Шривастава. Мы ее называем Святая Мать, потому что она именно упростила ведь этот древний и очень многотысячелетний опыт, вот, сделала его вот таким доступным. Хотя раньше надо было уйти в Гималайи, вот так вам просто никто бы это про кундалини не пробудил. Да. Там надо было очень сильно работать над собой, очищаться, покаяние, то, что у нас вот делали монахи. А сейчас, благодаря изобретению вот Шриматаджи, мы можем это просто экспериментировать с вами вот в прямом эфире. Да. Так давайте мы последний сделаем этап уже, коль мы начали. А це нормально, коли ти засинаєш? Бо в мене тільки що так от на декілька секунд розслабило, що я мало не заснув. Максим, ти не виспався. Это очень хорошо, да. Дело в том, что вот мы, вы правильно, вот видите, у вас сразу идет самодиагностика. Кундалини дает нам знание о себе. И вы бегали, вероятно, где-то, и вы просто стали расслабляться, и вы немножко стали уходить в левую сторону. Ну, мы сейчас, возможно, это все сбалансируется в сахаджа-йоге. Да. Смотрите, давайте, что вам нужно сделать на последнем этапе. Вот здесь вот у нас последняя чакра. Мы ладошкой, она здесь у нас тоже представлена на отражение. Мы совмещаем родничок, вот здесь у нас в детстве такой есть, и вот нашу здесь, и по часовой стрелке надавливаем. Мы по часовой стрелке вращаем кожу головы. И внутри себя мысленно говорим: «Мать, пожалуйста, дай мне самореализацию или пробуждение кундалини. Мать, пожалуйста, дай мне самореализацию». 3 или 7 раз, как вы... Может, главное от сердца, вот будь искренним. Это же наша мать, поэтому все взаимоотношения очень тонкие. Так. И теперь вы смотрите, вот если вы почувствовали, вот попробуйте, есть ли у вас над головой что-либо, дует ветерок. Ну, у нас тут сейчас кондиционер не дует, но ощущаете ли вы что-то прохладу, выше, ниже? Вот вы можете почувствовать. Ну, у меня трешка есть. Вот тут, вот на ладошке. Да. Да. Если вы держите, и вы тоже почувствовали, да? Вы еще можете чувствовать прохладу вот здесь на ладошках. Ну, это целое знание. Вот я могу вас сейчас поздравить с тем, что ваша кундалини пробудилась. Даже вы ее смогли почувствовать. А вот для медитации сахаджа-йоги вот практикуют каждый день такую медитацию, именно через пробуждение. Ну, и работают там в дальнейшем уже более глубоко. Так, а давайте теперь сделаем 2 табори. Я буду топить за то, что поспати. Ага. А англійна буде казати про те, щоб збадьоритися. Так. От мене цікавить, ось цю історію можна робити перед сном, щоб заснути?
Да, бо я тільки що чуть не вирубився, чесно. Ви вначале будете, може бути, засипати. Ну, якщо ви будете практикувати там кілька днів, у вас це нормалізується. Наш лівий і правий канал, вам просто потрібно буде збалансувати їх, і все, ви перестанете засипати. Це вечірня стадія. Це перший етап, так. Це вечірня стадія. Це стазіком, так. Дивіться, а якщо ось ранок, прокидаємося, і треба заряд бадьорості та енергії, як тут працювати зі своїми чакрами? Куди? Куди направляти енергію? Ну, вообще-то, если вы захотите понять, главный принцип – это быть в струе. Да? Как бы в потоке. В потоке. Как вы правильно заметили. Но вот он просто засыпает сейчас, потому что немножко напряжен. А вообще после медитации настает чувство, в особенности утренней медитации, такой вот утренней свежести. Вот если вы в 5 утра встанете в селе, побежите по росе, то вот пробуждающаяся природа, вот она обладает таким летом, вот такой вот свежестью. Так вот медитация приносит вот внутреннее состояние, и вы, я могу сказать по себе, что как только я пришла в Сахаджиёгу, еще в институт училась, утром помедитируешь, вышел, бежишь в институт, а смотришь, люди такие грустные, напряженные, все куда-то бегут. А ты идешь, у тебя внутри просто песня. То есть, естественно, с таким состоянием вы более успешны будете на своей работе. Тобто зранку можна це робити. Это ж другое дело. Просто, як ви сказали, бути в потоці, бути в собі, відчувати. Дивіться, ще дуже зараз популярна така річ стала, що багато людей почали записувати свої медитації. Коли йде така легенька музичка, і вони починають розслабитися. Сьогодні найкращий день. Ну, словом, я не дуже люблю ці голосові такі речі, вони мене відволікають. Я думаю про голос, думаю, чого ця людина взагалі це записує, тобто я вже виходжу взагалі в інший поток. Як має бути відбуватися ця тиша? Можливо, під звук моря, можливо, є якісь окремі композиції, можливо, потрібно під голосові. Як правильно? Есть совершенно много разных моментов. Есть музыка для медитации, но специальная. Вы правильно заметили, что не все голоса вам нравятся, потому что голос – это энергия человека. А сейчас, если вы заметили, мы работали с вами, мы не погружались ни в какой-то транс специальный, ни в гипноз. Это мы работали с нашим активным сознанием. Так. То есть мы здесь и сейчас. Это квинтэссенция сахаджи-йоги. Мы никуда не проваливаемся. Это такое большое отличие. Поэтому если вам нравится какая-то музыка, но она может вас уводить в сон, а другая может будоражить. Ведь это надо уметь подобрать музыку для медитации. Так, дівчата, а дозвольте я ще один такий момент уточню. Відомо, що в йогі дихання має також важливу роль. Да, називається пранаяма. Так. І чи є якісь вправи ранкового дихання? Коли можна, тема, щоб збадьоритися, вона досить актуальна, тому що у мене взагалі медитація ранково проходить з кішкою, вона починає муркотіти, і я під це мені складно прокинутись. Щоб ось так от сісти, наприклад, там декілька вдохів-видохів зробити і прокинутись. Чи є щось таке? То, что вам поможет, это вот, если вы хотите проснуться, помассируйте себе темечко. И если вы хотите подышать, то я расскажу такой метод, который мы применяем. Он и на утреннюю, и на вечернюю, он для всего. Это дышать по квадрату, если можно сказать, на счет 4. Значит, мы на 4 счета, 1, 2, 3, 4, вдыхаем. Потом, очень важно, задержка дыхания, тоже на 4 счета, вот вдохну, вдох. Потом задержка на 4, потом выдох на 4, и не дышим на 4. Так. Это вот хотите, попробуйте сейчас. Так, хотите, хочу. То есть вы вдыхаете 1, 2, 3, 4, вдох. 1, 2, 3, 4, не дышим. Выдох, 1, 2, 3, 4. И задержка. 1, 2, 3, 4. Единственный секрет по сахаджи-йоге, что вы эту дых должны делать несколько раз, но при этом вот туда, все туда, чтобы вы, как говорите, быть в потоке, то нам надо держать внимание, вот вы дышите, а ваше внимание держится вот здесь сверху. Методический, вам методический совет. Не доходить до мене, як тримати увагу саме там? Чи уявити щось потрібно? Ні, не треба. Це якраз те, що ми з вами перед цим робили. Нужно попрактикувати немножко медитацію по сахаджа-йогі, і тоді ваше внимание буде легко там держаться. Це через кундаліні. Це тот поток, о котором ви говорили, і ми говорили, він вам поможе.
Цікаво. Скажіть, будь ласка, ще цікаво, якщо ми згадуємо про медитацію, одразу бачимо красиві картинки, дуже таких цікавих йогів, яких дуже багато паличок, якісь каремати, якась там має бути посудинка, ще щось. Чи потрібен це реквізит, чи це взагалі інший вид медитації? При необходимости палочка, она помогает тоже, вот запахи, да, помогает расслабиться. Свечка тоже хорошо создает определенную атмосферу. Но карематы и другие моменты, это для раздела хатха-йога, да. Мы сейчас говорили о медитации, но хатха, был такой много тысяч лет мудрец Патанджали, и он написал восьмиступенчатую йогу. Хатха-йога является одной из ступеней йоги Патанджали, а сутью и конечным результатом является пробуждение кундалини. Ведь ха и тха – это тоже левый и правый канал, это умение балансировать эмоции и действия, в принципе. Но об этих тонкостях люди не знают. В принципе, мы уже с вами почти достигли конечной цели йоги – это пробуждение кундалини. Опустив немножко… Но хатха-йога, она полезна для каких-то лечения проблем опорно-двигательного аппарата. Это чисто как хирургия в йоге, понимаете? С ней надо… Очень работать осторожно. Але це енергетична хірургія. Це ж набагато небезпечніше в небілих руках. Да. То есть хатха-йога тоже такой момент. Она и можно чакру закрутить в другую сторону, если неправильно у вас какой-то гуру работает с вами. То есть это вообще такая тонкая вещь. И, ну, а як вибрати уметь, тоді как... правильного гуру? На що потрібно звернути увагу, аби собі чакри не позакручувати? Сертифікат. Чи що це має бути? Ти знаєш, мені здається, сертифікати там ні до чого. Ну, по яких критеріях? Часто ж ми знаємо, що якщо людина прийшла якийсь курс, умовно, не подивилася відосики на Ютубі і стала тренером. Ну, просто, які от у вас є рівні, можливо, акредитації в вашій сфері, щоб розуміти, що ви дійсно маєте? Ну, в хатха-йозі нет рівня акредитації, ну, на бумагі, но этот принцип, що таке гуру, ви такий вопрос задали, просто космічний, на самом деле. Сам того не подозреваю, да. Слово «гуру» – это тот, это не просто учитель, а тот, кто может дать вам знание вашего духа. То есть и, по сути, если вы хотите себе найти гуру, то у вас теперь уже есть критерий. Вы, как люди, получившие пробуждение кундалини, можете почувствовать поток. Вот вы говорили о потоке. Так. Имеет ли тот человек тоже самореализацию? Он должен быть. То же самое. Тогда он соответствует санскритскому пониманию со времен Патанджали, гуру. Это самореализованная личность, пробужденная кундалини. Это, ну, знаете, тысячелетия как бы утрачивают какие-то моменты, но в сахаджи-йоге эти древние аспекты мы изучаем и понимаем. Поэтому мы медитируем, чтобы и часть из этого, вы уже сами становитесь сами себе гуру, когда имеете знание вашей кундалини и знание вашего потока над головой. Так, давайте я трішки спрощу для своего власного розуміння, бо... Ви такі вопросы задаете, я на них отвечаю. Так, дивіться, якщо зараз трішки від йоги відійдемо, от якщо початківець, підприємець, так? Да. І мені потрібен якийсь наставник, який буде допомагати мені створювати бізнес, то найвдаліший для мене наставник – це той, у якого, наприклад, вже є свій власний завод. І так само в йозі. Якщо я хочу пізнати, ну, наприклад, сахаджа-йога, так? Хочу бути реалізованим, то я маю піти до йога, який вже теж реалізований. Тобто він займається справою. Ну, абсолютно логічно, да. Все, я практикую сахаджигу 30 лет. Потому что я вам рассказываю про прожито как бы потом и кровью. То есть мы все проходили. Я тоже когда-то пришла впервые и тоже ничего не знала. То есть мы все начинаем. А скажи, будь ласка, ну, я знаю, що таким взагалі захоплюються люди там, ну, років від 20, коли вони вже до цього свідомо підходять. А чи можна дітям, а чи корисно, а з якого бажано віку це робити? Ну, скажу честно, вот своего сына, дети, они вообще существа, у которых кундалини пробуждена до года. У многих детей вот родничок не разрастает, и она у них циркулирует. За счет этого они познают мир, они и вибрационно познают. Как вот учат они язык, как они учат все? Через кундалини, через вот эту вибрационную связь. Потом кундалини засыпает. И она опускается в копчик, вот она находится в каждом человеке в копчике. А потом уже мы получаем, вот сам йогу занимаем, это уже второе рождение как бы получается. А дети, им легко, им не надо так сложно даже часто медитировать. Они могут поднять руку, они могут находиться, ведь
кундалини, она дает нам радость. Если ребенок чувствует кундалини, он будет находиться в умиротворенном состоянии, он будет радостен. И ему так сильно медитировать не надо. Ну, дети йогов, они умеют медитировать, конечно. Но спонтанно дети, они сами по себе медитируют. Они находятся в этой радости. Это база. Понимаете, невинность – это первая чакра, это база для кундалини. Поэтому невинный ребенок, он, можно сказать, почти йо. А зараз також модна тенденція знаходитися тут і зараз. Це може бути медитацією також? Нет. Понимаете, одно дело, когда у нас еще есть вот эта чакра, тут шестая, мы просто говорим себе об этом ментально. Это хорошая как бы установка, да, но это еще не медитация. Это может, ну, скажем, подготовка к медитации. Это не совсем, это не медитация. Так. Есть разные тренинги, которые очень сильно эксплуатируют этот шестой центр. Они не всегда могут приводить человека в баланс или напрягать его. И те же самые вопросы о сне тоже могут возникать, когда просто человек перенапряг свой этот энергетический центр. Мы его пытались расслабить, говорили «я прощаю». Но можно его напрячь всеми аутотренингами тоже очень сильно. А если вот такая самая медитация, она подходит для всех? Тобто немає якогось виключення? Якщо вам поговорили, що який хірургічний, потрібно з нею обережно. Я про хатха-йогу говорила, то есть, потому что есть люди, которые приходят и к нам, и они очень могут быть горячие и даже жаловаться, но, не, но они продолжают как бы заниматься хатха-йогой, но позвоночник, он же, как говорится, не резина. Так, пані Тетяно, ну, сьогодні вже всі просто питання, які мене цікавлять, буду задавати. Зараз от новий модний тренд, от як я вже казав раніше, це бути от тут і зараз. Хороший тренд. Так, і я помічав, що коли, я не знаю, як працює цей механізм перемикання, але коли ти тут і зараз, у тебе просто все йде як по маслу, просто все за планом. Чи є якась, можливо, вправа, як можна кожного дня, можна, ну, щось там випрацьовувати якось вміння бути тут і зараз? Тому що багато хто називає тут і зараз в потоці оце саме поняття. Я розумію, так. Да. Понимаете, тут и зараз, правильно, а поток чего? Можно задать вопрос. Ведь мы можем... Только что я пришла, я была в потоке людей, идущих под, в метро. Нет, это в потоке, да? Самое с собой работы, и с Всесвятом. Есть поток мыслей. Так. Вот я не просто так вам вначале вот, предложила этот практический опыт, чтобы, когда мы приходим в Сахаджигу, мы понимаем разницу, что есть поток эмоций, поток мыслей, а есть поток кундалини. И это другие вещи. И мы путаем, люди путают, потому что есть наша эмоциональная зависимость и привязанность от мыслей, от людей. А по сути, вот мы с вами уже пробовали отрешиться от этого. Мы закрыли глаза, направили внимание, и мы отошли от любого потока, потому что источник все равно дух внутри нас. Это другое. Так. Это, понимаете, это то, что дух, он не рождается и не умирает. Это вечная частица в нас. Потому что поток, ну да, может быть, поток каких-то событий, потом он закончился, или привязанность, вот человек был привязан к какому-то человеку, он умер, и трагедия, да, и люди иногда не могут пережить это, ну, потерю близких людей, да, откуда, что делать с этим? Сахаджа-йога подсказывает и такие моменты, как выходить из этой ситуации. А как выходите? Ну, опять-таки, при помощи практики медитации, но еще мы тут не говорили, это как бы более такой специальный вопрос, как очистить чакры, как сбалансировать каналы і зняти негативну енергію в даному сенсі. Як знімати негативну енергетику? Давайте вже так, до цього. Так, це актуальна тема. Ну, самый простой метод, вот я вам рассказала о тазике. На самом деле он нам кажется совершенно примитивным, потому что и наши предки так делали, но вот вечером снять негативную энергетику помогает тазик. Просто, ну, если вы будете митер, потому что все... уходит в тазик. Ви знаєте, я б зараз... Можна на землі сидіти, медитувати, теж хорошо. На землі? Да. Ну, взагалі, зараз, да, поки літо, нужно максимально якось... Да. Бути ближчим до природи. Ресурси, так. Є багато вещей, але це не... А можна якось думками працювати так, наприклад, щоб... Ну, от зараз усі кажуть, там, треба перед собою якийсь захист зробити проти негативної енергії. Чи можна якось там ментально себе налаштувати на таке, щоб і очищати себе від негативної енергії? Ну, первое, кстати, вы задали, я не сказала вам действительно, защита от негативной энергии, первое, это прощение. Это очень сильно решает многие вопросы. Я прощаю.
Это первое. А в сахаджа-йоге мы ментально такие опусы не делаем. Мы развиваем чувствительность рук, и для того, чтобы защитить свою ауру, можно делать вот так бандан над собой 7 раз. Так. Вот это один из методов. Но это мы рассказываем на практике. Мы можете сейчас сделать защиту, если хотите. Давайте. Мы знаем, что сегодня нас очекует, чтобы пару перья и нательки перья. Кстати, это очень полезно, да. Давайте мы сделаем очень просто. Смотрите, ваша левая рука двигается вот так напротив позвоночника, а правая от себя делает вот такие вращательные движения. От себя. От себя. Вы к себе. Вот, да-да. Это мы как бы... Не притягайте с тобой. Да. И вот сюда, смотрите, это мы подняли кундалини, завязали. Раз. Это очень легко. Опустили руки. Давайте еще раз. От себя. От себя. От себя. Так. Поднимаем. Два раза завязали. Два канала кундалини. Так. Так. И третий раз. Это у нас называется подъем кундалини. Мы снизу поднимаем его на уровне каждой чакры. Здесь три раза завязали. Раз, два, три. А теперь сам бандан. Бандан как раз переводится как защита. Вот мы делаем оглаживание вашей рукой. У вас уже тут есть вибрация. Так. Да, вы уже почти йог. Вы делаете раз и назад. Вот это такой арку. А и таких 7 арок, потому что у нас 7 чакр, таких нам надо сделать 7 арок. Вот мы туда и назад. Ага, так, дивіться. Да. Зараз хочу зрозуміти. Тобто, зранку я прокидаюся, роблю хвилинну медитацію, просто налаштовуючи свої канали, як ви нам показали. Потім зав'язую себе в цей прекрасний бантик, щоб у мене був захист на весь день. А ввечері приходжу, не розв'язую бантик, а одразу просто ніжки в сіль і знову медитацію. Ні, бантик можна зав'язувати завжди. Утром, днем, вечером. Це навіть якщо ви прийшли куди-то, і у вас буде неприємний розговор з шефом, отошли тихонько в уголок, зробили бандан, і посмотрите, який буде ефект. Або насипали йому солі під ноги. Ні, ну, зачем? Це колдовство. Серйозно? Так. Ми не практикуємо, ми не практикуємо. Так, секундочку, а поясніть мені. Понимаете, ведь вы уже вступаете в знание тонких энергий. Так. И главный принцип, вот вы говорили о гуру, не навреди. Ага. Так. Йог, он доброжелателен, любит весь мир и ищет как источник мудрости, быть сострадания и любви. Он никому не вредит. Тобто, і якщо ви хочете, це не наш метод, скажімо так. Знаєте, імейте знання, імейте силу духа, імейте безстрашие, це сердечна чакра, умейте доказати свою правоту, будьте професіоналом, в кінці концов. О, ось це важливо. На завершення, мені просто цікавий такий момент, взагалі є скептичні думки стосовно цього, наприклад, хтось не вірить, каже, що це, ну, там, умовно кажучи, воно не допомагає. І є той варіант, коли люди, наприклад, які вірують в якусь віру, да, вони бояться пробувати на собі ось такі речі, скажімо, на імпульсах, на відчуттях, що може, якби, ну, наче, порушити їхню віру. Давайте в першу чергу розберемося з тим, як зараз переконати усіх скептиків, що це дійсно працює, в цьому немає нічого страшного, що ми на себе не навлечемо ніяку біду. Ну, первое, это закон свободы воли. Если человек не хочет, йога не заставляет никого. Шиматаджи, когда приезжала и даже выдавала большие программы, были программы на стадионе, там я тоже сидела, было 4-5 на стадионе «Динамо», «Спартак», она провела лекцию, потом говорит, если кто не хочет, может покинуть зал. Ну, перед вот программой самореализации. Уважение свободы воли – это первое обязательное принцип. То есть никто не… Ну что ж, это, понимаете, когда человек закрывается, это бесполезно. То есть асахаджа-йога, она, ну, смотрите, помассировать руку так над головой, ну, какие, с какими-то религиями это конфликтует? Ну, знаете, я скажу, бывают все думки с того приводу. Я розумію, про що вона каже, просто є фанатики, розумієте, а є дійсно віруючі люди, і вони між собою дуже сильно відрізняються. Ну, що ж поділаєш, да, це реальність нашої житті, що, ну... У нас мир дуже різноплановий. Це факт. Тетяно, ми вам хочемо подякувати, тому що, не знаю, після першого етапу мені захотілося, чесно, одразу розслабитися і трішечки заснути. Мені редактор в ухо підказує, що, Ангеліна, ти дуже розслабилася. Але після того, коли ми зробили ці захисні потоки, мені одразу захотілося включитися і бути в ефірі тут і зараз. Ми вам дякуємо. Я дуже рада за вас. За те, що ми знаємо тепер ці медитації, ділимося ними з глядачами, сподіваємося, що тепер всі будуть захищені і знають, як позбавлятися негативної енергії.
енергії і до себе причаровувати позитивну. Так, я напевно можу сказати намасте. Дякую. І вам намасте. Віті, ви все знаєте. Так, ми вже трішки на досвіді, але знаєте, з кожним гостем, який розказує щось новеньке, воно все одно по-інакшому змінюється сприйняття. Також ми вам дуже дякуємо. Друзі, ну що, думайте про хороше, пам'ятайте про свою енергетику і не дозволяйте поганим думкам поселятися у вашій голові. Ну, якщо ви тільки-но переглянули це відео, ми хочемо вам подякувати і сказати, що на нашому YouTube-каналі ще дуже багато цікавої інформації. Не забуваємо писати коментарі, пальці догори ставити і вмикати дзвіночки, аби знати, коли виходить нове відео. We'll be right back.